Коллеги, добрый день. Еще раз хочу поздороваться. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я руководитель учебно-методического центра компании Direct Media, чей главный бренд университетская библиотека онлайн я сегодня вам представляю. Сегодня у нас вебинар такой каберный для исключительно для библиотекарей. Называется он функционал или кабинет библиотекаря в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн. Мы сегодня рассмотрим несколько вопросов. Вообще говоря, за один вебинар очень трудно весь функционал охватить, поэтому у нас сегодня будет такой хоть и обзорный, но все-таки достаточно подробный экскурс в область функционала библиотекаря. Функционал библиотекаря это наиболее глубокий и продвинутый функционал в электронной библиотеке нашей. По сути дела, 90% или 80% всего функционала доступно только библиотекарю. Это специфические вопросы, которые нужно знать только людям, управляющим электронной библиотечной системой со стороны ВУЗа. Поэтому этот функционал мы вот даем вам, но не приглашаем на такие вебинары людей, которые мало причастны к подобным вопросам. Вот. Итак, давайте начнем. Да? прежде всего, как войти в функционал библиотекаря. После того, как вы вошли в нашу электронную библиотечную систему с правами корневого пользователя, есть такое понятие у нас, да, корневой пользователь это тот пользователь, который со стороны библиотеки обладает максимальными правами по управлению библиотекой, электронной библиотекой и может управлять правами всех других пользователей в пределах своего вуза. Вот. Так вот, для того, чтобы воспользоваться функционалом библиотекаря или корневого пользователя, я не буду эти понятия различать сегодня, мы должны сначала войти в, в электронную библиотечную систему. И мы попадаем, вот я вам сейчас пока показываю скриншоты с, в нашем новом дизайне, мы попадаем на главную страницу, на которой есть вот такой вот, сейчас я буду рисовать, вот такой вот слева наверху блок кнопочек. Вот, вот он в увеличенном виде, вот он. Да? Вот, собственно, здесь сосредоточено, сосредоточен основной инструментарий библиотекаря. Аналогичные кнопки есть и в функционале преподавателя и частично функционале студента, но не все из них. Да? Ваш, ваши основные кнопочки, которые мы сегодня рассмотрим, это вот это, это и вот это. Вот. Итак, когда мы нажимаем на кнопочку, вот основная, наиболее наполненная функционалом кнопочка, это вот эта кнопка «Мой вуз» когда мы в нее, когда мы ее нажимаем, мы попадаем, ну вот здесь почти все пункты, которые мы сегодня рассмотрим, за исключением вот этих вот двух, по-моему, да, они принадлежат как раз к вот этой вот кнопочке. Итак, мы рассмотрим сегодня вот эти 10 пунктов. Вот, ну, практически все строчки, которые возникают в меню после того, как вы вошли в ваш кабинет. Итак, ну давайте начнем по порядку. Да? Информация о подписке. Одна из самых простых кнопочек, самая верхняя. Да, вот когда вы нажимаете на кнопочку «Мой вуз», появляется такой набор вкладочек, который повторяет этот набор кнопок и здесь вот есть вот тоже кноп, кноп... вкладочка мой вуз вот и здесь вот э, э, перечень функционала который мы сейчас будем рассматривать один из самых простых функционалов это информация о подписке это собственно э, та информация которую вы э, должны иметь о э, том наборе изданий, которые в вашей версии ЭБС вам доступен. Ну, дело в том, что полная версия ЭБС, как правило, недоступна никому. Это весь набор, включая все общие и частные платные части библиотеки, которые сразу во всей совокупности они мало кому нужны. Поэтому вы получаете доступ к какой-то части нашей библиотеки, как правило, достаточно большой, потому что разница она заключается в нескольких, в нескольких тысячах наиболее высоко, высококачественных книжек тех издательств, которые предлагают эти книжки по, как отдельные коллекции. Вот. Так вот, для того, чтобы понять, что же, что же вы имеете, есть вот такая, такой функционал, информация о подписке. В нем есть несколько разделов. Это доступные разделы книг, доступные базовые коллекции, доступные коллекции по профилю вуза. Ну и нечто связанное с мультимедиа-контентом, это аудиокниги и подкасты, карты и тренажеры. Каждая из, из этих таких длинных кнопочек, она в свою очередь открывается, и появляется кликабельный список, через который можно попасть в этот раздел и посмотреть, какие книги там есть. Также можно посмотреть отдельные, отдельные издания, разумеется, перейти в конкретную книжку или в кон вот в данном случае в конкретный подкаст послушать его или посмотреть его ну и таким образом составить представление о том что что вам в данный момент возьму доступно а второй, второй частью важной может быть даже более важной частью функционала информации подписки является вкладочка движения фонда. Движение фонда позволяет отследить те изменения в фонде электронной библиотечной системы, которые, системы, которые происходят с течением времени. Какие-то книжки уходят, какие-то книжки приходят, ну, как правило, больше приходят, чем уходят. Тем не менее, библиотекарю надо это контролировать. Вот как это как это контролируется. Вы можете в любой момент, вот смотрите, есть здесь важная кнопочка такая, называется запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день. Вот если вам важен по какой-то причине текущий день, вы запоминаете текущее состояние базы данных на данный момент, и, и далее вы получаете возможность сравнивать с этим состоянием любое актуальное состояние, либо любое из других запомненных состояний. Ну вот в моем примере здесь 39 запомненных состояний, и мы можем сравнить каждое с каждым, либо каждое с актуальным состоянием, даже не сохраняя его. В качестве результата работы этой, этого функционала вот вы видите вот такая тут кнопочка в виде значка Excel файла. Вы получаете Excel файл, в котором две вкладочки. Первая вкладка это пришедшие, вновь пришедшие книжки. И вторая издание, скажем так, не обязательно это книжки. И вторая вкладочка это ушедшие книжки. Вот, таким образом, вот при помощи такого вот инструмента вы можете получить всю информацию о движении фонда. Следующий функционал это функционал, при помощи которого вы можете подписаться или отписаться от каких-то наших рассылок. Электронно-библиотечная система ⁇ это достаточно сложный механизм, как по контенту так и по функционалу, который появляется вновь и вновь, и появляются какие-то важные новости, которые важно знать. Поэтому вы можете с одной стороны подписаться на информацию об изме... о... о приходе нового контента в интересующих вас областях, либо во всех областях, если вам это интересно. Либо подписаться на новости. Подписаться на новости, которые будут вам приходить ну, примерно раз в неделю. Это основные новости, которые мы считаем настолько важными, что рассылаем нашим библиотекарям. Ну, я хочу отметить, что рассылочки они э, сегрегированы на разные области пользователей. Какие-то рассылочки мы посылаем только преподавателям, какие-то ну чтобы вас не загружать лишней информацией, какие-то вообще всем пользователям, какие-то только библиотекарям. Вот, поэтому подписываясь на эту рассылку, вы подписываетесь, собственно, на те новости, которые приходят, которые касаются только вас. Кроме того, ну, на нашем сайте в подвале можете увидеть, есть новости, которые просто публикуются как новости сайта. Подписки и новости коррелируют, но не стопроцентно. Как правило, в рассылке попадают только самые важные новости и или новости в укрупненном и расширенном виде. Поэтому мы вам советуем подписаться на подобного рода рассылки, хотя вы, конечно, можете этого и не делать. Ну вот тут мы сейчас подходим к достаточно серьезному функционалу. Это управление пользователями или управление контингентом. Вот так примерно выглядит участок страницы управления пользователями. Хочу вам заметить, что управление пользователями достаточно серьезно примыкает к вопросу подключения. И в зависимости от вида подключения, ну, немножко меняется и тактика ведения ваших пользователей. Ну, вопрос подключения сейчас оставим. Это в общем-то, такой технический достаточно вопрос. Подключения могут быть как по IP-адресу, например, вашего вуза, по виде свободной регистрации, либо, например, такой продвинутый вид, вид подключения, как через учебный портал или через прокси вашего вуза, да, когда все пользователи вашего вуза, вошедшие в ваш портал, автоматически подключаются к электронной библиотечной системе. У вас есть определенное количество пользователей, которым, которых надо вводить в систему исправлять их данные, возможно, удалять из системы и так далее. Ну, например, исправлять те погрешности, которые они допустили при саморегистрации. Да? Какой инструмент для этого есть? Во-первых, сразу, вы сразу видите перед собой список всех ваших пользователей, для начала отсортированный по... ID пользователя в системе. Вот это самая первая, первая графа. У вас есть возможность этот список, ну, когда он маленький, им достаточно легко оперировать, а если там уже появляется несколько тысяч человек, то просто визуально контролировать это достаточно сложно, поэтому этот список является ранжируемым. По каждому из параметров вы можете отранжировать. Особенно это, конечно, удобно делать по логину или по, по логину по мейлу или по фамилии, имени, отчества. Хочу вам сказать, что ранжирование здесь достаточно умное, оно двухуровневое, то есть оно запоминает предыдущее состояние ранжирования и делает его вторым по рангу. Например, если вы отсортировали список по фамилии имя и отчеству, а потом отсортировали по типу пользователей, то у вас внутри типа пользователя каждого будет еще сохраняться предыдущее ранжирование, то есть ранжирование по фамилии имени и отчеству. Это достаточно удобно, потому что часто приходится ранжировать по, по разным типам пользователей. Вот этот вот набор кнопочек, он позволяет, ну, по порядку, да, давайте вот здесь буду показывать первый. Вот это вот изображение конвертика означает послать данные пользователя на его электронный адрес. Следующая иконочка означает редактировать запись пользователя. Ну и последняя иконочка вот это означает удалить пользователя. Возможно, работа с пользователями как единичные, единичная работа, так и массовая работа, что я считают достаточно большим удобством нашей электронной библиотечной системы, потому что массовые операции это всегда то, что очень нужно профессионалу при работе с любым инструментарием. Ну, начнем с... Да, перед тем, как перейти к работе с записями, хотел бы вам сказать, что кроме всего прочего, можно еще, еще это отфильтровать по трем, по трем, трем полям. По фамилии, имя, отчество, мейлу или логину. Причем допустимо неточное соответствие. Вот, поэтому, когда у вас совсем много пользователей, то очень удобно пользоваться еще и фильтрами. Вот, а теперь перейдем к тому, как добавлять новых пользователей. Если мы сейчас вернемся, да, нажмем на вот эту кнопочку, то мы переходим в режим добавления единичного добавления пользователя. Да. У вас появляется вот такая вот регистрационная, такое вот регистрационное окошко, в котором вы должны ввести фамилию, имя, отчество, mail, логин и тип профиля. Тип профиля – это та роль, под которым вы вашего пользователя помещаете в систему. Например, преподаватель, студент или пользователь организации. Пользователь организации это, по сути дела, тот же преподаватель, только не являющийся преподавателем. Например, кто-то из административного аппарата вашего вашего вуза. Немножечко про поля. Значит, очень желательно фамилии, имя и отчество набирать полностью, особенно для преподавателей, потому что те преподаватели, которые введены полными своими фамилиями, и именами и отчествами, они получают автоматический доступ, если они зарегистрированы на сайте и e library автоматический доступ к своему индексу цитирования. Если же вы не введете полностью фамилия и отчество, то тогда его система его там не найдет и, соответственно, он будет лишен этой возможности. Ну, для студентов это может быть не так актуально, но тем не менее для вашего удобства я предлагаю вам полностью заполнять, заполнять эти поля. Mail. Тут Самое главное, что на mail приходят различные уведомления, поэтому это должен быть не какой-то придуманный mail, да, а реальный mail человека. Иначе в момент, в момент каких-то смен, например, в момент изменения его логина, если вы это сделаете своим, своей волей, да, а не он это сделает, то он не получит эту информацию и дальше не сможет работать в системе. Вот поэтому введение актуальных мейлов это очень важный момент при регистрации пользователей ну и дальше логин логин может быть лучше всего если он будет мнемоническим если нет если вы не вводите логин нет здесь по моему сейчас нельзя не вводить ну в крайнем случае логин можно заменить тем же мейлом повторив мейл ну вот, собственно, и все. Тут все достаточно просто. Таким образом, по одному вы можете добавлять пользователей в систему. Ну, однако, по одному их добавлять совсем не обязательно. Есть еще возможность добавлять пользователей таблицей. Для этого вы должны определенным образом заполнить Excel-таблицу и импортировать ее в нашу систему. В системе есть достаточно подробная рекомендация, как заполнять эту таблицу, а также пример заполнения, примеры заполнения этой таблицы. Примеры вот вы видите прямо как здесь приведены, так вы их можете прямо скачать и на основе этих примеров начать заполнять таблицу Excel. Таблицы немного различаются для обновления данных и для импорта, то есть для заведения новых пользователей в систему. Вот. Ну, поначалу это может казаться немножко сложным, но когда вам надо ввести несколько сот или тем более там, тысяч пользователей, то, конечно, проще сначала получить файл из вашей из какой-нибудь вашей системы, в которой хранится список пользователей, потом преобразовать этот список вот в Excel файл, вот такого вот фида и сразу натравить такой файл на нашу систему и эти пользователи сразу появятся. То есть это очень сильно уменьшает вашу работу по управлению контингентом. Ну, если по какой-то причине это вам не под силу, есть и другой вариант. Это вы просто свободный список пользователей отсылаете нам, и тогда уже наши админы сделают за вас эту работу. Ну, тем не менее, вот такая возможность у вас есть, и они желательно знать и ее использовать. Показатели EBS. Ну, это часть часть функционала ЭБС после отмены приказа 19.53 ну, вроде бы как потеряла часть своей актуальности, однако мы сделали ее удобнее и ну, тем не менее, даже если это не прописано в ни в каком приказе, вам всегда интересно и удобно знать габаритные параметры системы, которые вы обладаете. Да, вот здесь сосредоточены показатели EBS, которые на данный момент времени, на момент нажатия на кнопочку, что из себя представляет система. Да, она состоит из двух частей. Первое – это численные параметры, ну, вот вы видите, какие здесь численные параметры. Это общий состав фонда, количество учебников за 10 или 5 лет, в зависимости от требований, количество научных монографий, издание художественной литературы, наименование журналов, ну и так далее. А также количество журналов из перечня рецензируемых. Вот. есть также последний пункт, вот этот вот э, 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 издание по укрупненным э, группам направлений подготовки специальностей. Э, при нажатии вот на эту на эту ссылочку э, открывается список э, уже по направлениям э, подготовки э, укрупненным группам направлений подготовки специальности. или специальностей. Э, Кроме того, есть показатели логические, да, типа да или нет. То есть что, что, что просто позволяет наша БС, да. Ну вот вы войдя, вы можете посмотреть тут несколько, ну почти десяток таких параметров. Вот, значит что я вам хочу сказать. Вы, пользуясь этим показателем, да, но этот показатель, разумеется, тоже можно получить в виде Excel файла. Но имейте в виду, что когда вы нажимаете на кнопочку «Показатель EBS», точнее на ссылочку на пункт меню «Показатели EBS», напоминаю, что она... А, прошу прощения, ее здесь я не показал, но покажу где-нибудь в другом месте. Да, сейчас. Вот показатели EBS, вот вот этот пункт меню, где находится. Будьте готовы, что когда вы на него нажмете, вам потребуется ну, примерно пара-тройку минут на то, чтобы система собрала эту информацию. Дело в том, что система заранее не хранит эту информацию, и она собирает это по вашему, по вашей кнопочке. Это достаточно большой такой для базы данных труд и она это делает за несколько минут поэтому старайтесь это все таки делать не так часто книга обеспеченность ну вот здесь мы подходим к такому важному важные вещи как книга обеспеченности сейчас я вам расскажу о ней вкратце а также дам ссылочку на целый большой вебинар, в котором этот вопрос разжеван более подробно. Значит, вот эта ссылочка. Обратите, пожалуйста, внимание, это ссылка на запись вебинара по книгообеспеченности. То есть книгообеспеченность, вообще говоря, это такой Фундаментальная вещь, я ее, конечно, сейчас расскажу, но советую вам посмотреть еще и более подробную информацию. Целый вебинар мы записали по по вот этой вот проблеме. А сейчас давайте я вкратце все-таки расскажу еще раз. Так, давайте сотрем все стрелочки лишние, да? Итак, книга обеспеченность. Значит, самое интересное, что есть в нашем сервисе книгообеспеченности, это то, что не, вам не надо по одной книжке таскать из найденного вами списка поиском или каким-то иным образом и помещать книгообеспеченность. А вы можете воспользоваться нашими рекомендациями. Причем наши рекомендации бывают двух видов. Бывают рекомендации со стороны наших библиографов, наших штатных библиографов, которые работают у нас, и которые, исходя из своего опыта и опыта других вузов, помещают определенную литературу в определенные укрупненные группы направлений подготовки. Либо вы можете вот это совсем новое такое, да, у нас вы можете воспользоваться рекомендациями других вузов. Рекомендации других вузов это если какой-то вуз из состава сертифицирован, ну, сертифицирован громко сказано, конечно, из состава тех, которые мы сочли возможным, Поместил данную, данное издание в определенную угрупненную группу направлений подготовки или специальностей. И в этом случае вот его рекомендация появляется у вас вот так вот. Вот смотрите, значит, в укрупленной группе направлений подготовки машиностроения в бакалавриате в дисциплине иностранный язык есть вот такая вот книжечка, которая подсвечена зеленым цветом. Подсветка зеленым цветом означает, что определенное количество вузов уже поместило ее в это место. В данном случае это вот, если обратите внимание, вот здесь вот, это четыре вуза четверочка там стоит. Может быть больше, 11 вузов или один вуз, неважно. Значит, и так вы видите эту информацию. Вот. И это позволяет вам, ну, по крайней мере, в половину сократить вашу работу по формированию вашей книгообеспеченности. Ну, хочу сказать, что результаты могут, могут выгружаться в виде готовых Excel документов. Ну, это то, что я вам говорил. Второй пункт, то, что можно использовать и наши рекомендации. Они тоже достаточно разумные. То есть, просто загрузив какую-то укрупненную группу направлений подготовки, вы получаете уже готовый список готовый список литературы. Ну и вы можете подгрузить существующий список свои, своих книг, и система автоматически проанализирует, какие книги имеются в БС. Еще раз обращаю ваше внимание, что все тонкости функционала вы можете посмотреть по той ссылке в том вебинаре, который я вам порекомендовал. А сейчас мы пойдем дальше. Следующий сервис, которого мы коснемся, это импорт информации в формате Rusmark. Ну, вы, вам, наверное, не надо говорить, для чего это надо. Нужно это, как правило, для совместимости с ABIS, с библиотечными системами автоматизированными. Как правило там хранится информация не только из нашей EBS но и из других EBS а также из вашего бумажного книжного фонда да как-то это все надо совмещать вот поэтому у нас есть импорт информации в формате русмарк вы можете выбрать либо весь ваш фонд либо выбрать определенные разделы либо вы определенные коллекции. Вот, например, вот тут показано, вот, ну тут, правда, первая, первая часть списка, там не информативная. Дальше уже идут информативные разделы по направлениям, там, по направлениям знания, да, направлений знаний. Либо какие-то коллекции издательств вы можете выбрать, которые вы хотите поместить в Русмарк вы можете выбрать несколько. Ну, вот здесь вот как раз видно, что есть... Нижняя часть списка, вот, например, если мы здесь ставим точечку, да, вот какую-то, вот, то мы только эту информацию захотим взять. Значит, вы можете выбрать разные виды форматов, четыре вида форматов и два вида группировки. Значит, вы можете выбрать либо по принципу один файл, одно издание, одна запись. То есть один файл, одно издание, то есть одна запись. При этом вы получаете огромную вереницу файлов, которые, как правило, необходимы не для ручной работы, а для того, чтобы их по одной помещать в систему либо все записи одним файлом это удобно для ручного просмотра То есть, ну конечно удобно перед тем как поместить ваши файлы в в просмотреть их и посмотреть что они из себя представляют особенно это удобно сделать либо в текстовом формате либо в формате xml ну более более удобным скажем так для программистов в этом случае вы получаете возможность глазами все посмотреть посмотреть те записи мы поддерживаем 19 записей в формате русмарк это достаточно много там все необходимые записи как правило есть вот ну а потом если вы пришли к выводу, что все вас устраивает, вы можете сохранить записи уже в формате ISO, который более привычен для того, чтобы подгружать в ABIS и в этом формате их подгрузить. Я хочу отметить, что здесь точно так же, как при в случае, который мы уже рассматривали, да, есть возможность подгружать не текущее состояние, а какие-то выборки. Выборки, связанные с различием запомненных состояний вашей системы. Вам может понадобиться отдельно добавить книжки, либо изъять книжки из вашей АБИС. Вот поэтому на любой момент времени вы можете сравнить два, два запомненных состояния, либо сравнить их с, с актуальным состоянием и попросить систему выдавать вам русмарки по, только по добавленным книжкам, либо только по удаленным. Я хочу отметить, что вот Одно время у нас вот этих удаленных книжек не было, и мы постоянно слышали просьбы ввести это в наш функционал. Вот уже более года эта кнопочка введена в наш функционал, удаленные книжечки. И теперь вы можете и это делать тоже автоматически. Давайте пойдем дальше. Калькулятор. Ну, калькулятор это такой механизм вспомогательный, который позволяет вам иметь представление о том, что если вы хотите заказать дополнительные коллекции, и либо части этих коллекций, блоки этих коллекций, либо отдельные книги из этих коллекций, то во что вам это обойдется и каков будет окончательный какова будет окончательная сумма. Ну делается это достаточно просто, просто в списке коллекции выбирается, щелкается на определенных коллекциях. Сейчас я посмотрю дальше есть в коллекциях коллекции раскрываемые, из них можно выбрать отдельные книжки, выбирать, удалять и так. Давайте рассмотрим еще один пункт, который называется недоступный контент или отказы то есть как вы можете контролировать заказы тех изданий вашими пользователями, которые есть у нас в библиотеке, но нет в вашей части, в той части электронной библиотечной системы, которую заказал ваш ВУЗ. Для этого есть специальный инструментарий. Вот такой вот пункт меню есть который, при нажатии на который появляется список всех книг, которые, всех изданий точнее, которые в период времени с такой-то по такой-то, вы можете задать эти периоды времени, были каким-то образом востребованными вашими читателями, например, найдены поиском и Потом, после того, как они их нашли, они не увидели кнопочку «Читать», а там появилась информация о том, что данный контент недоступен. Вот когда это происходит, то эта книжка попадает в этот список, вы можете это проконтролировать. Соответственно, потом при продлении доступа к нашей ЭБС вы можете подумать, где вы неправильно поступили, может быть, что-то, какую-то коллекцию заменить, какую-то добавить в соответствии с тем, что необходимо вашим слушателям. Статистика контента, на мой взгляд, один из, ваших, один из самых важных пунктов. Здесь вы можете смотреть ну, и соответственно сохранять все это в виде электронных таблиц. Да, хочу здесь сделать небольшое лирическое отступление. Да. У нас практически весь функционал существует в двух видах. Это в визуальном виде, который вы сразу можете посмотреть на своем экране, и в том виде, который может быть сохранен в Excel файле, вы потом можете из этого сделать документ. Возможно, иногда даже с самого начала лучше сохранить все в документ, а дальше пользуясь возможностями Excel, которые, конечно, гораздо более широки, чем функционал любой электронной системы онлайновой, да, можете найти там и отфильтровать ту информацию, которая вам нужна. Так вот, продолжим. Значит, виды статистики. У нас достаточно много разных видов статистики, включая вот последние наш функционал, который мы ввели к осени этого года. Это показатели статистики по международному стандарту Counter. Итак, что это за виды статистики? Ну, во-первых, это просмотренные ресурсы. То есть здесь вы можете посмотреть в порядке популярности те издания, которые были просмотрены вашими пользователями. Плюс при нажатии на вот эту кнопочку с изображением книжки вы получаете расширенную информацию. Информацию о том, какие именно пользователи эту книжку заказывали и какие страницы они просматривали. Это достаточно глубокая информация о том, какой контент был востребован. Следующий пункт, вот этот, вот я вам пояснять не буду, он оставлен для совместимости. Когда-то несколько лет назад у нас был функционал скачивания книжек в нашем собственном формате защищенном. Потом мы от него отказались, переместили этот функционал в наш интернет-магазин книг, где можно скачать книжки уже в... В форматах которые широко применяются поэтому об этом не будем разговаривать вот перейдем к следующему пункту это статистика посещений эта статистика касается уже не контента а пользователей и тут мы можем понять какие пользователи каких в какие, пользователи каких ролей. Да, вот в данном случае тут три роли. Это организация, это, это вы, собственно, да, библиотекарь. Второе – это преподаватели, и третье – это студенты. Ну вот сейчас мы э, открыли подробнее э, преподавателей. А, ну вот мы видим, что тут три преподавателя э, э, имели какое-то количество авторизаций э, в системе за указанный период. Да? Здесь тоже можно указать период. И можно вызвать, выбрать диапазон группировки. Неделя, месяц или год. Ну, в данном случае выбран месяц. Кроме того, если вы конкретно знаете пользователя, по которому вы хотите посмотреть информацию, вы можете ввести его ID и увидеть информацию только по этому пользователю. Кроме собственно статистики есть еще такая, такой статистический показатель как рейтинг рейтинг издательств. Ну вы можете посмотреть какие издательства пользуются наибольшей популярностью в вашей ЭБС. Ну в данном случае вот у меня тут некий тестовый вуз, в котором наше издательство стоит на первом месте. Вот 218 просмотров. Ну а другие издательства идут за ним. Да? Ну, у вас, наверное, будет какое-то другое э, соотношение. А, Но, ну, тем не менее, вот такой рейтинг, он э, позволяет э, посмотреть, какие же издательства и какие коллекции вам в следующий раз приобрести а, будет удобно. А, ну и последняя запись, это вот, вот этот вот каунтер, о котором я говорил. А, это... Международный стандарт статистики очень удобный, очень полезный. Его вы выгружаете, функционал подразумевает, что его вы выгружаете сразу в виде таблиц Excel. Это 9, 9 таблиц, которые можно анализировать очень удобно. И самое главное, что это стандартная статистика, которая у вас тоже могут потребовать именно, стандарт, именно в этом стандарте. Ну и последнее, это мой любимый пункт, это поисковые выборки. Я очень люблю именно им пользоваться и советую, он очень удобный. Да? Удобный он тем, что вы пользуетесь поиском, а поиск у нас достаточно продвинутый, да, и в, при помощи этого поиска формируете какие-то группы книг, которые вам могут пригодиться по какой-то произвольной теме. Да? Ну вот я хочу показать, что поисковые выборки, они доступны и преподавателям, и студентам. Вот покажу сейчас различия в, в интерфейсе. Да? Вот интерфейс, сначала посмотрим интерфейс преподавателя. Он достаточно прост. Вы просто нажимаете здесь на поисковые выборки. А, да, я совсем забыл сказать, что поисковые выборки находятся не на вкладочке «Мой вуз», а на вкладочке «Мои события». А, вот. Значит, итак, э, 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 в моих событиях вы выбираете поисковые выборки дальше здесь хранится у вас некий набор выборок, которые вы сделали до этого, и в каждой выборке хранится некий набор книжек. Вот, собственно, и все, что что есть. А теперь, да, теперь давайте посмотрим, как это выглядит глазами администратора. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть сложнее, да? То есть те же самые поисковые выборки в том же в той же вкладочке, но теперь появляется сначала группы пользователей. В них входите, собственно, вы, мои выборки. Выборки студентов, выборки абонентов, выборки преподавателей. То есть по всем ролям. Каждая из этих ролей имеет возможность формировать свои выборки. Ну вот, например, мы выбрали имя какого-то преподавателя. Вот, например, у нас есть такой преподаватель, условный преподаватель реально его, конечно, в нашей системе нет, мы его завели для того, чтобы было понятнее объяснять, например, такие вещи, как Ринц. Да? Это лауреат Нобелевской премии Абрикосов Алексей Алексеевич. Ну и вот, это его имени сделали вот такие вот выборки физика и технологии, и в них три, три вот такие вот книжечки. Ну а теперь расскажу о том, как делаются эти выборки. Да? Когда вы производите поиск, вот здесь вот форма поиска, расширенного причем, да, вы можете выбрать какую-то, ну, совершить какой-то акт поиска. Например, я здесь без назначения параметров фильтрации ввел поня слово «гранат», имея в виду найти книжки издательства «Гранат» да, начала, начала 20 века. Ну и вот я чего-то там нахожу, сначала вроде не то, потом вот те книжечки, которые мне нужны, я нашел в списке, да, обозначил их точечками в, или галочками в соответствующих полях. И как только я ввел первую галочку, сбоку появляется кнопочка Сохранить выборку. Она такая плавающая кнопочка, надо отметить, что этот ряд, он может быть очень длинный и обновляемый. То есть, когда вы доходите до низа, он снова добавляет новые элементы, если много в нем элементов. Вот. А эта кнопочка, она плавающая, она всегда находится там, где вам удобно на нее нажать. Вы нажимаете на эту кнопочку. Вам предлагают ввести название выборки, либо выбрать выборку из состава уже существовавших. Ну я в данном случае выбрал новое, новое название, нажал на кнопку подтверждаю и вот я получил у себя эту выборку и эти книжки в этой выборке. Вот собственно и все, это очень удобный механизм и я предлагаю что предполагаю, что он вам понравится. Ну вот собственно и все как раз ровно в час мы с вами уложились. Несколько ссылочек, которые я хотел бы вам порекомендовать. Ну, во-первых, я уже сказал, что дал вам ссылочку на вебинар по книгообеспеченности. Также я хотел бы еще две ссылочки тут вам порекомендовать, чтобы быть в курсе того, что у нас происходит. Я предлагаю вам, если кто-то из вас использует социальную сеть Facebook, подписаться на нашу страничку. Это очень интересная страничка. На ней вы не только наши новости можете узнавать, но и новости отрасли, а также много актуальной и информации интересной именно библиотекарям и издателям. Кроме того, у нас есть вот такой вот канал. Сейчас, ой, сейчас я его выключил почему-то. На минуточку. У нас есть канал на YouTube. На этом канале очень много информации учебного характера и характера текущих наших событий то есть практически все наши вебинары выкладываются на вот этот вот ресурс я вам предлагаю тоже подписаться на этот наш канал вам будет это думаю что интересно вот ну и последнее я собственно вам уже говорил вы можете скачать эту презентацию и использовать ее так, как посчитаете нужным для ваших собственных внутренних ресурсов. На сегодня все. Спасибо за внимание. Я хотел бы услышать ваши вопросы, если они не есть. Пока вы их будете задавать, я хотел бы напомнить, что завтра у нас с вами состоится вебинар, ну, наверное, в той же самой тоже через одно единственное окно, да, но, насколько понимаю, с вашими преподавателями. Поправьте меня, если uh, я не прав. Uh, будет презентация для преподавателей. А кто, кто будет слушать эту презентацию, я, кстати, хотел бы узнать, вы же будете слушать или вы пригласите еще кого-нибудь. Ага. Понятно. Я задал вам этот вопрос с тем, чтобы знать, дублировать ли какую-нибудь информацию, потому что некоторые вещи отдельные, немного, наверное, процентов 10, мне тогда придется повторить. Ну уж вы тогда не обессудьте, что повторно услышите эту информацию. Хорошо, давайте тогда так. Все вопросы вы можете задать либо сейчас, либо завтра либо выслать их мне по электронной почте, либо связаться с вашим менеджером и задать ему эти вопросы. Вот у вас масса возможностей для того, чтобы эти вопросы каким-то образом задать. Давайте поступим так. Так как я пока не вижу пока вопросов, я до завтра с вами прощаюсь, отключаюсь от эфира, но еще в течение минут пяти останусь в чате чтобы увидеть, что никаких вопросов от вас нет больше. Ну или ответить на те вопросы, которые от вас будут. Тогда всего хорошего. До завтра. Жду вас завтра в то же самое время на нашем канале вебинарном. До свидания.